Приветствую вас, друзья. Я в прямом эфире. И ждем, когда к нам присоединятся люди. Сейчас я посмотрю, идет ли моя трансляция. Люди присоединяются. Напишите, из какого вы города и как меня слышно. Привет, привет. Пока я представлюсь. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Меня знают как Агапову. И я зарабатываю в интернете с 2013 года. Послезавтра будет 5 лет, как я зарабатываю в интернете и довольно успешно. Сейчас я вам буду в режиме онлайн показывать свой кошелек, на который поступают денежные средства каждый день. И откуда они поступают, я тоже буду вам показывать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Лайки вижу, спасибо большое. Пару плюсиков поставьте, и я буду знать, что меня слышно хорошо. Все, Валера, спасибо. Значит, меня слышно. Это мой кошелек Advance Cash. Вот написано Ирина Маркелова. И вот мои поступления. Поступают деньги каждый день. Вот считайте, сегодня 5-й день только начался. Вот вчерашний день. Считайте, $4 плюс 15, 20, 25, 30, 35, 40, дальше 50, это все 4 июля, еще 15, еще 20, еще 10, 80, еще 10, 90, еще 10, $100. Это все 4 числа. Более $100 в день я получаю. Если открыть любую транзакцию, ну вот, например, $15 открываем, будет написано здесь whole world. Еще раз открываем, тоже будет написано whole world. И так любую транзакцию я вам открываю, будет написано whole world. Сейчас я вам покажу денежные поступления. Это все в долларах за июнь месяц. Видите, галочка, это выполнено, а если минус, то это вывод на карту. Вот я на карточку Сбербанка вывожу. Показываем еще. Слева вы видите дату, справа вы видите денежные поступления. Это все 30 июня, 29. Показать еще. Показать еще. 27 июня. Перезагружу страницу. Так, и все. Вход в кошелек. Надо заново вводить пароль. А так как я веду со смартфона, я вам уже не покажу. Потому что там входишь, и через 5 минут уже кошелек блокируется, чтобы никто в него не зашел. Покажу я вам, как пополняется счет. Вот мне на почту приходит оповещение от него. Счет пополнен вот сегодня. $5. Тоже whole world написано. И так очень-очень много поступлений. Вот счет пополнен, счет пополнен, счет пополнен. 4 июля, это вчера. Вот, уважаемая Ирина Маркелова, на ваш счет поступили денежные средства. Ну и так далее. И по 5, 10, $15 я получаю. Как и откуда я их получаю? Я работаю в проекте Whole World всем миром с 2013 года. У меня в закрепленной записи стоит видеопрезентация, как это работает. И здесь показано, если вы пригласите, пример показан, пригласите всего 5 человек, то можно стать миллионером. Миллионером я уже стала. Это на самом деле правда. Да, Дмитрий Легкодым, я сейчас вам рассказываю суть проекта. Маркетинг рассказывать не буду, вы можете сами его смотреть здесь. Суть в том, что сообщество проекта «Всем мир» работает с 2011 года, уже 7 лет. И цель проекта – объединить в мире как можно больше людей в стремлении помогать друг другу и еще детскому фонду. С 2014 года, то есть с 2012 года ввели еще детский фонд. И $50 идет в фонд помощи детям, остальные $50 распределяются по сертификату. У каждого участника есть свой сертификат.
Здесь также показан вот сертификат. Ваше имя становится на первую строчку. В маркетинге 7 уровней. Вот здесь вы после трансляции посмотрите эту закрепленную запись. С чего надо начинать? Оказание помощи составляет $100 и активация кабинета составляет $5. Это немного, потому что если вход, например, стоит 200 рублей, вы там будете копейки получать. Здесь вы будете получать по 5, 10 и $15, так как я вам показывала в своем кошельке. Финансовая помощь приходит изо всех уголков мира. Вот. Очень-очень много людей регистрируются. Оплата только один раз, $100. Не один раз, а раз в год. И здесь также это показано, что каждый участник оплачивает $100 раз в год, и тем самым получается у вас уже вторая пенсия. Валера Симонов, я вам только что показывала свой кошелек. Если вы считаете, что это обман, докажите это. Я вам доказываю, что я 5 лет веду свой YouTube-канал. Я знала, что очень много людей неверующих, и поэтому я начала с 2013 года вести свой канал. Мой канал закреплен в шапке профиля. Вы можете на него зайти, посмотреть все мои видео, начиная с 2013 года. За 3 года работы в проекте я купила 3 квартиры. И здесь на видео все есть. Вот мой канал. Я жила в общежитии в 2013 году. И спустя 11 месяцев активной работы в проекте я заработала свой 1 000 000 рублей. Сейчас моя структура достигает более 5000 человек, и я каждый день получаю переводы со всего мира. Сколько нужно денег для начала? $5 активация кабинета, $100 оказания помощи. Я вам могу продать пин-код $100 в рублях, где-то 6400 примерно. 6500 комиссия будет еще, процентов 5 или 6. $105 можно оплатить картой, можно оплатить Kiwi кошелек, много можно оплатить Advanced Cash, WebMoney, Яндекс деньги, очень много способов оплаты. Ну, не 6300. Вот я делаю обмен, например, люди, которые меня смотрят, которые уже меня много лет знают, я им делаю обмен. Они мне на карту Сбербанка пересылают, я пересылаю им с Advanced Cash на Advanced Cash. Кстати, если вы кошелек Advanced Кэш привяжете, то деньги будут туда поступать, прямо на кошелек. Если вы привяжете другой кошелек, то надо будет заказывать вывод уже. Приглашение, да, обязательно. Пригласите хотя бы 5 человек активных, таких как я, которые будут делать вам доход. Приглашениями нужно заниматься. Подразумевает ли ваше предложение как пассивный доход? Пассивный доход будет, когда вы наработаете структуру, Лилия. У кого начинать? В смысле, у кого начинать? Я помогаю только своим рефералам, кто зарегистрирован подо мной. Вот моя реферальная ссылка, либо вот здесь моя реферальная ссылка. 8 человек уже из моей команды стали миллионерами. Денис Ельцов. Пирамида – это когда деньги, вы делаете вклад, и вам выплачивают с процентами через год или как вы договоритесь. Здесь переводы происходят от одного человека к другому, минуя проект. Да. Сбили меня. У меня есть канал, где я записываю свои видео. Как я жила в общежитии. У меня есть видео. Вот здесь, если вы полазите по плейлистам. Как я купила свою первую квартиру, двухкомнатную. Как я купила трехкомнатную. Как я делала ремонт. Вот в плейлистах здесь все есть. Я каждый месяц записываю свои обзоры кошелька, обзоры кабинета. Вот вчера я записывала видео. Мои доходы за июнь, можете посмотреть. Есть топ-10 фандрайзеров. Это люди, которые участвуют в проекте, называются фандрайзерами. 2 благотворителя у меня. Вот я стою в лидерах текущего месяца июль. И у меня уже 2 оплаты за 5 дней. Незаконно, Денис, сейчас я вам покажу, это все законно, смотрите.
смотрим контакты и реквизиты. Если бы это было все незаконно, проект бы перестал работать уже. Мы работаем 7 лет. У нас есть свидетельство ОГРН. Вот, пожалуйста. Общество с ограниченной ответственностью всем миром. Компания всем миром платит налоги. И это вы можете посмотреть на сайте налоговой. Следующее свидетельство у нас ИНН. О постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге. И на улице Конюшенная. Как связаться? Можете почитать. Вот партнерство с фондом, кому мы помогаем. Денежные средства распределяются. $50 идет в фонд помощи детям. Вот сам фонд, вот детки, можете почитать. Кому оказана помощь, все отчеты благотворительного фонда. Вы хотите спросить, платим ли мы налоги? Нет, мы налоги не платим. Это финансовая помощь, и нет такого закона, что деньги дарения должны облагаться налогом. Деньги дарения налогом не облагаются. Я уже 5 лет в проекте, будет 7 июля, и я не заплатила ни разу налог, потому что деньги дарения, вот вам пришли и подарили, мама приехала, 5000 подарила. Вы платите за это налоги? Почему это незаконно? Нет, у меня не ИП. Сергей Викторович пишет матом. Удалите, пожалуйста, свой мат, либо я вас заблокирую. И если вы пишете, кого тут обмануть хочешь, доказывайте теперь мой обман, в чем заключается. Не просто такой вопрос задаете, а пишите, например, Ирина Агапова обманывает людей, и доказывайте, кто здесь кого обманывает. Сергей, зачем, причем здесь маты, вы с женщиной общаетесь, не понимаете, просто уйдите из вещания. Ну, невоспитанные люди, что сказать, быдло. Скоро будет закон, а все банковские переводы будут облагаться налогом. Максим, деньги дарения, если человек вернул долг или подарки, налогом не будет облагаться. Это поправка, вы можете также об этом ознакомиться. Прежде чем вести трансляцию, я ознакомилась со всем этим. Откуда берутся деньги для выплат? Здесь нет выплат, здесь есть оказание помощи. Здесь люди помогают друг другу и детскому фонду. И причем, когда мне говорят, что вы наживаетесь на больных детях, мы помогаем детскому фонду. И за свою работу получаем денежные вознаграждения. Разве это плохо? Посмотрите, сколько детей получили по $50. Одному собраны средства, второму собраны средства. Одному купили ортезы, второму тоже помогли, с руками, с ногами помогли. Вот требуется 81 тысяча, требуется 39 тысяч. Вот здесь закрыт сбор для Аяны. Для ребенка был оплачен комплект ортеза, функционально коррегирующий корсет с головодержателем. Это получается, я кого-то обманываю. Да с моей помощью дети столько получают денежных средств. Спасибо надо говорить, а не так ругаться матом. Откуда берутся деньги для выплат? Люди помогают друг другу, каждый участник оказывает финансовую помощь в размере $100. Нас смотрит 51 человек, готовы ответить на ваши вопросы. Пока вы пишете свои вопросы, я расскажу, где взять ссылочку, как взять пин-код. Смотрите, вот моя реферальная ссылка. Еще здесь моя реферальная ссылка. Посмотрите обязательно видеопрезентацию, как это работает. На сайте предусмотрена услуга бизнес-автомат. Если вы, например, не умеете приглашать, либо по каким-то причинам не хотите, то это платная услуга, и стоит она $50. Если, ну, и новичкам будет скидка $10. Сейчас перейдем на главную сайта и посмотрим. Люди со всего мира. Так выглядит главная сайта. Люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Вот в этой презентации слева, вот женщины, там показан пример, если вы пригласите 3 человек, и что из этого выйдет. Вот эта презентация, на нее я тоже клюнула, когда в 2013 году увидела
эту презентацию, тоже сомневалась, меня муж разговаривал полгода. В общем, я все равно втихаря вступила, сказала, и когда вывела свои первые $10, я поняла, что это работает, у меня прям голова пошла кругом, и я начала работать, и через полгода первый раз поехала за границу. Александр Забоев, если вы сейчас не удалите свой спам, то я вас заблокирую насовсем и нажму жалобу, и ваш аккаунт заблокируют. Денис Ельцов, непонятно, вы помогаете людям, за год купили квартиру. Да, я оказала помощь один раз в год, $100, наработала структуру. Моя структура не только отлично приглашенных, там 7 уровней, в презентации все сказано. У меня команда более 5000 человек, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Они тоже приглашают, и мне поступают деньги по 5 и по $10. Так. По поводу, как приглашать. У меня есть методика, приглашая, не приглашая. Люди сами будут проситься в вашу команду, если вы будете работать по моей методике. Я ее давала 3 года бесплатно, но люди бесплатно не ценят. Мы ее сделали с партнерской программой 2999 рублей. И, то есть она стоит 2999 рублей с партнерской программой 30%. Вот мой курс, кстати, пока я вела трансляцию, только что продался. По моей ссылочке кто-то купил мой курс. И вот, и я сама же получаю партнерские вознаграждения 30%, которые можно вывести. Этот курс вы можете, ну, его изучить, использовать абсолютно под любой проект. Даже если вы не в мой проект вступите, а вступите, ну, то есть своим проектом занимаетесь, она также помогает, эта методика. Регистрируйтесь еще в партнерской программе, продаете этот курс по вашей ссылке и еще будете партнерские получать. Денис Ельцов, в месяц более 100 тысяч рублей. Нет, в месяц более 350 тысяч рублей на данный момент получаю от рефералов. Да, отлично приглашенных и от рефералов получаю. Рассказываю про главную сайта дальше. Проект работает с 2011 года. С нами уже 977 тысяч людей из 160 стран мира. Почти 1 000 000 человек. Вот здесь вы видите карту. Кто кому куда перевел денежные средства. Все здесь видно. 11 ноября нам исполнилось 6 лет. И в ноябре будет уже 7 лет. Вот смотрите, моя имя и фамилия Ирина Агапова. Вот видите? Вот. Здесь в режиме онлайн Live Monitor. И кому сколько денег поступило. Вот прям в режиме реального времени вы сейчас это видите. Вот из России кто получил? $15 Сергей получил. Вот у нас из Германии $10 кто-то получил. Кто-то из Казахстана $5 получил. Вот опять я $10 получила. И так далее. Получено участниками, фандрайзерами уже более 6 миллионов долларов. Очень многие следят за проектом. Например, зарегистрировались в 2015 году, потеряли 3 года, и только сейчас приходят, оказывают помощь и говорят, какой я был дурак, я 3 года потерял, соответственно, столько денег потерял. Фонд передано $942 000. Почему меньше? Потому что фонд начал свое существование с 13 января 2013 года. Кстати, акция у нас сейчас идет. Если вы оказываете финансовую помощь, вы получаете до 31 июля, кто окажет финансовую помощь, получаете 20 пин-кодов по $5. Вы их можете продавать по 200 рублей своим рефералам. Они уже не будут $5 платить. Вот я вам предлагаю пин-код, предлагаю для активации. И предлагаю за 200 рублей. Это дешевле, чем $5. Так вот можно возвращать свои средства. 3 простых шага надо сделать вам. Зарегистрироваться по ссылке, которая у меня в закрепленной записи. Совершайте небольшое пожертвование, $100. Передаете эстафету другим людям. То есть у вас будет своя реферальная ссылка, у вас будет лендинг, у вас будет уникальная ссылка. И будете работать по моей методике, к вам будут присоединяться люди сами. Начинайте получать денежные переводы от людей со всего мира. Очень много людей мне пишут, как зарегистрироваться, как зарегистрироваться. Каждый день мне пишут, что за бизнес у вас, суть вашего проекта.
Дальше. Так, вот уже оказали финансовую помощь. Дальше. Вот человек в 2015 году оказал финансовую помощь, смотрите. То есть в 2015 году он зарегистрировался, вот, 5.08.2015, и только 2 дня назад оказал финансовую помощь. И он не помнит, что он регистрировался в 2015 году, представляете? 3 года думал. Вот, очень много. Вот я внесла $5 при регистрации. Очень много людей мне пишут каждый день. Так работает моя методика. Вот здесь на главной сайте вы увидите $100 вернут сразу после оказания финансовой помощи. Про пин-коды можете узнать подробнее. Получать деньги можно любым удобным способом. Выводить на карточку, на Kiwi кошелек, на WebMoney, MasterCard, TalkPay и так далее. Кому мы помогли? Отзывы участников. Видеоотзывы. Здесь, кстати, мой отзыв тоже есть. Вот мой отзыв. Можете на главной сайте посмотреть. Кстати, был конкурс видеоотзывов, и я заняла 3-е место, получила $100 в подарок. Фирменный лендинг-пейдж у вас будет в подарок. Офигенный инструмент на нескольких языках. Смотрите, как он выглядит. Загрузится вот на нескольких языках: итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский. Вот особенно в Фейсбуке очень много иностранцев. Вот получите в подарок. Как это работает, давайте посчитаем. В лендинге написано, что это за программа, сколько можно заработать, не ограничен ваш доход. Так, где тут у нас калькулятор доходов? Сейчас посчитаем. Вот, рассчитайте, сколько можете заработать. Можете ли вы двоих или троих человек за год пригласить? Поставьте плюсики. За целый год. Вот я вам показала, что за 5 дней я пригласила уже двоих. А за год вы можете троих пригласить лично? Поставьте плюсики. Возможно это или нет? Жду от вас обратной связи. Кто считает, что за год можно пригласить 3 человек, поставьте плюсик. А кто считает, что нельзя, поставьте минус. Если вы будете дуплицировать мои действия, работать по моей методике, можно ли за год пригласить 3 человек, поставьте плюсики. Люди, меня хорошо слышно? Допустим. Вы пригласили 3 человек. Меня вообще слышно? Так, сейчас послушаю, есть звук или нет. А что, у нас звука нет? Допустим, А, звук вы есть. пригласили 3. Так, звук есть. Идем дальше. И каждый пригласил из ваших партнеров, к примеру, тоже по 3 человека в год. Смотрите, ваш личный доход составит 38 280 долларов. Это за год. Умножьте 38 000 долларов на 62 курс. Вы получаете столько в год на вашей работе? Если вы передадите благотворительную эстафету 3 последователям, а каждый из ваших партнеров пригласит по 3 человека, то на 7 уровнях вашей партнерской структуры будет находиться 3279 человек. А если вы пригласите 5, и каждый из ваших последователей пригласит по 5, вы получите 1 000 000 долларов. Вот так вот. Думайте сами, решайте сами. Я никого не уговариваю. Народу хватает, в долг я не даю, потому что народу очень много. А если вы примете для себя решение, пин-кодов осталось 4 штуки у меня, по 200 рублей на активацию кабинета. Пишите мне в личку, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Только по моей, чужим структурам я не помогаю, а сменить спонсора уже будет нельзя, если только заново оказывать помощь $100.
И начинаем с вами плотненько работать. Есть у нас командный чат. Сейчас покажу вам наш чат, где мы помогаем друг другу. Вот. Друг другу ставим лайки, пишем комментарии, работаем командой. Не только я получаю деньги, мои партнеры также получают денежные средства, выставляют свои скриншоты сюда. Вот видите, командная работа, просят лайки, комментарии. В Фейсбуке работаем, ВКонтакте работаем и так далее. Я заканчиваю. Всем пока-пока. И до скорых встреч.